Арганак – это рецепт первого горячего блюда армянской кухни. В классическом варианте оно сочетает в себе мясо оленины и курицу. Мы немного упростим рецепт. Уверяю вас, получится не менее вкусно. Предлагаю приготовить арганак с курицей и говядиной. Такой более современный и домашний вариант непременно украсит любой стол и разнообразит ваш рацион. Суп очень схож с рецептом привычного нам супа с фрикадельками. Но в данном варианте вкус у блюда более насыщенный и яркий, а какой стоит аромат. Рекомендую попробовать. Подготовьте все необходимое и приступим. Первым делом необходимо сварить куриный бульон. Подойдет любая часть курицы, у меня – бедро. Добавьте к мясу воду, нарезанную на части одну луковицу и морковь. Положите соль по вкусу и варите курицу с овощами около 30 минут. Тем временем к фаршу добавьте обжаренный на сливочном масле репчатый лук, отваренный до полуготовности рис, измельченную зелень, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все до однородного состояния. Сформируйте из фарша небольшие шарики. К тому времени готовый бульон необходимо процедить, курицу убираем пока в сторону, а бульон вновь доводим до кипения. В кипящий бульон опустите подготовленные фрикадельки и варите после закипания примерно 10 минут. Отделите желтки от белков, добавьте к ним лимонный сок и взбейте все вилкой. Влейте желтки в суп и, не доводя его до кипения, прогрейте пару минут. Вкусный и ароматный суп готов. Остывшую к тому времени курицу необходимо разобрать. Разлить готовый горячий суп по тарелкам, в каждую положив по кусочку куриного мяса. Приятного аппетита!